Кусочек Италии. В выходные в Саратове прошла презентация совместных проектов ресторана «Веранда» и «Зихельбург». Последний расположен в Южном Тироле. Шефы Майер Мирка и Анна Заева устроили для гурманов нашего города настоящий праздник. Гости попробовали 6 блюд – карпаччо из рыбы мерру, равиоли, тартар из говядины, рибай и паразе с клементинами. Майер Мирка готовил их прямо на глазах у гостей. Саратовские гурманы мероприятием остались довольны. Когда мне было 14 лет, я осознал, что готовить – это моя страсть. Я посещал различные рестораны и отели в Южном Тироле. После этого я полетел в Америку, в Вашингтон. Когда мне исполнилось 24 года, я вернулся на свою родину и стал шеф-поваром одного из ресторанов в Южном Тироле. Также мне приходилось работать в Германии в нескольких известных ресторанах. Также я работал в Голландии и обучался у одного из самых лучших поваров Европы.